Непонятно, как то, что Парцуф Гальгальта не могла сделать с его авьютом, а мы маленькие в конце процесса можем это сделать. Вы можете как-то объяснить это? Но умножь это на уровни, сколько есть уровней от тебя и до Рош Гальгальты. И тогда ты увидишь. А что это за умножение? Потому что ты не берешь в расчет величину, высоту, которая есть между тобой и которая есть у Рош Гальгальты. Когда ты делаешь очень маленькое действие снизу, пока это доходит, и пока начинает действовать Рош Гальгальты, то это огромное действие. Это как двигатель такой. Да. Из чего исходит это умножение? Это понятие ступеней. Если на маленькой ступени оно что-то может сделать, то все высшие ступени принимают это решение и умножают на свои силы. Почему у нас есть сила вот этого умножения? Это понятие молитвы. Когда отраженный свет, когда он поднимается снизу вверх, он обязывает высшего. Обязывает высшего. Так вести себя. То, что просит нижний, становится указанием для высшего. Мы должны верить, что даже если мы поднимаем маленькую просьбу, молитву, мы двигаем всю систему. Наверняка. Но какая молитва правильная? Потому что мы видим, что люди молятся, но толку... Нет, они не молятся вообще, чтобы Высший их принял. Правильная молитва — это когда я хочу в соответствии с моим уровнем, моей ступенью, произвести объединение, доставить наслаждение, действовать ради отдачи, неважно, как это сказать, по отношению к ступени, которая более высшая, чем я. На одну ступень выше.